Мы взлетели! Вчера состоялось открытие и первый день нашей школы хвалы. И давайте посмотрим, как это было. Все поняли, где проходил кофе-брейк? Он проходил в этой палатке. Но, к сожалению, кто-то упустил это время. Пожалуйста, следите за расписанием и за местом проведения мероприятий. А сейчас мы покажем вам кафе «Узбечка», где можно вкусно пообедать. Здесь вас ждут каждый день на обед. Дорогие студенты, впереди нас ожидают еще 5 удивительных дней. И вы не забывайте, пожалуйста, фотографироваться, не забывайте знакомиться с новыми людьми, делиться опытом и просто получать ваше благословение от Господа. А сейчас мы покажем, до чего доходят самые креативные студенты нашей школы, чтобы сесть завтра на первом ряду.